Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас на очереди последняя часть обзора проекта RecordSkipper, и мы сегодня поговорим более детально уже о покупке токенов RecordSkipper. Для того, чтобы перейти к покупке, нажимаете «Купить», у вас открывается страница asio.recordskippers.com. На этой странице вам предложат пройти регистрацию, авторизацию. Сейчас у нас страница прогрузится, и я вам покажу, как это все выглядит. Здесь у вас видите информацию по Private Sales Now. А здесь предлагают Buy XRK Tokens и Join Telegram. Нажимаем Buy XRK Tokens. Здесь уже как раз та самая форма регистрации, авторизации. Здесь нажимаете New User, если еще не зарегистрированы, и указываете свои данные. Сейчас я пройду регистрацию и покажу, как это все будет дальше выглядеть. Вот, я прошел регистрацию. Регистрация довольно простая, даже не пришлось преждевременно предупреждать email. Сейчас только выходит сообщение, что подтвердить email для активации. Но это мы сделаем позже. Здесь что нам в дашборде предлагается? Пройти kits, то есть подтвердить личность, ваш реферальный код, с которым вы можете приглашать людей, то количество рефералов, настройки вашего аккаунта и ваш XRK адрес. Здесь нажимаете view details, и здесь уже сможете получить свой непосредственно адрес. Здесь вам предлагается join presale. Присоединиться также можно к airdrop для получения бесплатных токенов XRK за выполнение простых заданий. Информации по рефералам, то есть вот ваша ссылка будет, у вас немножко другого вида, с другим кодом. Ее отправляете своим потенциальным инвесторам, друзьям, знакомым. Они регистрируются по этой ссылке, и вы получаете дополнительные токены от их инвестиций. То есть здесь также можете пройти kits, информация My Contributions, то есть Contribution Now, Setting, настройка Support. Support можете написать, но рекомендуется писать в Telegram-канал, там более оперативно получите ответ на интересующий вас вопрос. Ну, в общем, такой дашборд достаточно простой, здесь вся информация представлена, думаю, разобраться сможете. Проблем возникнуть в этом плане не должно. На этом все, спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели мой обзор, всего доброго и до новых встреч.